Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня покажу новинки из магазина FixPrice в городе Челябинск и, пожалуй, начну с товаров к 23-му, которые я еще не показала. Подарочный набор из блокнота 60 листов и ручки с синими чернилами за 99. Блокнот для тебя с небольшим дизайном на резинке, 100 листов в клетку. Цена 149 рублей для лучшего мужчины, для лидера и есть другие. Кружка в форме футбольного мяча, объем 400 мл, фарфор, цена 199 рублей в черном и голубом цвете. Кружка с ретро-автомобилем, объем 350 мл, фаянс, цена 79 рублей. Кружки, которые доехали до нас только в этом году, объем 500 мл, фаянс, цена 199 рублей в очень приятных цветах. Спрей многофункциональный 7 в 1 для волос от Parley Cosmetics. Облегчает укладку, придает гладкость и блеск, 250 мл. Нашла еще один вариант, это термозащита, цена 99 рублей. Флакон выглядит симпатично. Заметила большую банку с гелем для душа с дозатором 950 мл. С ароматом клубники и земляники. Произведен гель в России. Может быть, у вас другие ароматы есть, за 149 рублей. Гиалуроновый освежающий мусс для умывания. Очищает и матирует. От марки Florissant, объем 150 мл. Удобный флакон с помпой. На выбор три варианта. Это с зеленым чаем, с розой и с апельсином. И цена 99 рублей. Три средства от Невской косметики. Марка Ушастый нянь. Гель для душа и средства для купания объемом по 250 мл за 149 рублей. И шампунь за 99. Увлажняющий шампунь от Palmolive с маслом оливы. Цена 249 рублей. Объем 450 мл. Зубная паста Colgate Доктор Заяц. Подходит для детей от 2 лет. Объем 50 мл. Детская зубная паста со вкусом жвачки. Цена 99 рублей. Зубная паста Colgate Max Fresh 80 мл, цена 149 рублей. Еще больше пасты Colgate 100 мл, Max Блеск, цена 199 рублей. Средство для мытья посуды, просто чисто, с ароматом персика, объем 450 мл, цена 59 рублей. Универсальное средство Доместос, объем 1 л 350 мл за 199 рублей. Жидкое мыло Аура. Объем 1 литр с маслом органа за 99. Также сегодня пришло вот такое жидкое мыло в ярком оранжевом цвете с экстрактом облепихи и мелисы. Цена 79 рублей. И также есть детское мыло с ромашкой с дозатором. Вы прекрасно знаете, как я люблю шопинг. Мне нравится находить что-то на маркетплейсах или в магазинах, а потом это тестировать дома, и сегодня день не исключение. И вот на просторах одного из таких магазинов мне на глаза попался кислородный очиститель от марки Brand Free. Запоминающееся название, не правда ли? Я решила заказать на Озоне. Пункт выдачи находится очень близко с моим домом, и доставка была недолгой. Кстати, его можно заказать и на Wildberries, тут уж смотрите, что вам ближе. Приходит все в прозрачном пакете, и вот в такой упаковке с zip-замочком. С обратной стороны есть инструкция по эксплуатации и вся необходимая информация. Я для начала купила 1 килограмм, но если что, есть и 2. Я уже успела протестировать данное средство, и мне очень хочется рассказать об этом вам. В составе у нас перикарбонат натрия, средство универсальное, подходит для стирки, для мытья посуды, для чистки поверхности, сантехники, для дезинфекции. Чем оно меня и зацепило? Не нужно покупать кучу разных баночек, потом негде это хранить. Купили одно средство, и оно универсальное. Еще производитель указывает, что оно гипоаллергенное, и для меня, как для очень сильного аллергика, это отличная находка. Плюс, так как я его уже протестировала, я с точностью могу сказать, что нет никакого запаха, когда просто выедает глаза, нос, и приходится убираться в маске, здесь все прошло на ура. Первое, на чем я решила испытать данное средство, это моя раковина, на которой была куча различных
желтых, разводов, пятен, и даже были черные пятна, которые я не могла вывести, ну, буквально ничем, никаким гелем либо порошком. Здесь я действовала по инструкции. Мне потребовалась столовая ложка, кипяток и это средство. Я использовала чуть больше 2 столовых ложек, потому что наливала больше литра воды. Мне нужно было только засыпать средство, залить кипятком, подождать реакции, и через 15-20 минут я все смыла. В общем, результат меня, если честно, удивил, порадовал, даже шокировал. Потому что я хочу вам сказать, средства действуют. Прикреплю вам фотографию, как выглядела моя раковина до и после. Я думаю, результат виден невооруженным взглядом. И еще, конечно, мне хотелось протестировать, как это средство отстирывает вещи. Взяла свои диски многоразовые, я им пользуюсь каждый день. Смываю не только обычную косметику, но и водостойкую. Соответственно, в этих дисках у меня и какие-то масляные текстуры, и очень сложно выводимая тушь. Я вам честно скажу, после стирки в стиральной машинке я достаю все равно черный диск. Мне было крайне важно очистить полностью диск, потому что каждый диск соприкасается с моим лицом, и если он не до конца очищен, то, можно сказать, я могу занести инфекцию. Так как у меня сложные загрязнения, это средство я использовала для замачивания. Действовала, опять же, по инструкции, 1,5 столовой ложки на 1 литр воды. И далее я стирала даже не стиральным порошком, а обычным мылом. Немножечко потерла, и все, представляете, чистейшие, белейшие диски. Почему я не знала об этом средстве раньше? Поэтому я и захотела вам о нем рассказать. Если что, ссылочки все будут в описании. Проходите, цена отличная, расход небольшой. Я думаю, такого пакета мне хватит надолго. А вот вам, кстати, результат, как выглядят мои диски после того, как я их сполоснула. Теперь я пошла дальше экспериментировать. У меня есть еще на очереди сковородка и швы в ванной комнате. Набор точилок 3 штуки, цвета в ассортименте, с контейнером для стружки, по карте 53 рубля. Отличный выбор для школьника, набор текстовыделителей 3 штуки. Ширина пишущего узла 1,5 мм. Вот так выглядят эти текстовыделители. Корпус может быть как цветным, так и белым. Цвета отличаются. Набор за 59 рублей. Визуально они мне нравятся больше, чем в форме мороженки. Удобнее. Набор автоматических карандашей 3 штуки с пчелиным дизайном. Интересно придумано, что снизу есть точилки. 59 рублей. И колпачки отличаются по цвету. Подставка для книг металлическая. Цена 299 рублей. С такой подставкой можно регулировать угол наклона. Яркие подставки с милейшим детским дизайном. Мой фаворит с лисенком и зайчишкой. Подберете вариант как для мальчика, так и для девочки. Набор резинок для волос 5 штук, цена 59 рублей. Две резинки тоненькие с декоративным бантиком и 3 обыкновенные без декора. Набор заколочек для волос 5 штук, цена 59 рублей. Одна заколочка в наборе яркая. Не совсем актуальный товар, но привезли, поэтому я должна вам показать. Перчатки мужские, шерстяные, двухслойные. Шерсти 25% в составе, 50% полиэстера. Они не особо колючие. Есть серые, черные с вкраплениями, цена 99. Боксеры для мальчишек в составе 95% хлопка. Произведены в Кыргызстане, цена 99 рублей, с футбольными мячами, с динозаврами, есть яркие, космическая тематика. Женские носочки, размер 36-41, они фактически без резинки, просто обработан край, тоненькие, под джинсы заправите и этого края не будет видно. 80% хлопка, цена 59 рублей, цвета в ассортименте. Коврик для душа. Ворсистые, размер 40 на 60 сантиметров. Коврики мягкие, практически нету противоскользящего покрытия. Цвета есть от белого до ярко-розового. Цена 199 рублей. Снова подвезли перчатки. Есть размер, они высокие, одна пара, в голубом и зеленом цвете. Цена 99 рублей, хозяйственные. Смотрите, какие в магазине есть широкие мопы.
43 на 13 сантиметров, по идее, стандартные, как те, что выше, но из-за ворса они кажутся намного больше. Ролик для чистки одежды 64 листа. Сменные также в магазине есть, 59 рублей. Среди жестяных баночек нашла еще один вариант. Очаровательные. Сразу хочется купить и что-нибудь испечь. Всего 4 варианта за 49,50. Доска разделочная. Подобные когда-то привозили в фикс-прайс, но мне показалось, что это тоньше. Размер 28 на 12 сантиметров. Есть еще шире доска, 28 на 18 сантиметров, материал бамбук, цена 99 рублей. Взгляните, что выложили у кассы, Люксенс, новая шоколадка 29,50 наподобие Кит-Кат. Я все-таки не ошиблась. Вот еще одна шоколадка от этой же марки. Делится на полоски. А у KitKat, если помните, именно такие были. 110 грамм. Изготавливают в Турции. Цена 59. Если вы досмотрели видео до данного момента, то, как говорится, не будьте потребителями, поставьте лайк под видео. И оставайтесь со мной до конца. Я хочу вам рассказать про отличные новинки в магазине Ашан. Заглянула в Ашан за продуктами, но просто не могу вам не рассказать про новинки к 14 февраля. Какие тут хорошенькие маленькие валентинки, которые можно использовать на любой праздник. Внутри они пустые, пишите, что хотите. 8 рублей. Такие милые картинки с котиками, лисенком. Такой же праздник без сладкого презента Рафаэла, но не классический, с маракуйя, и цену пока не увидела. Очаровательный маленький мишка, мне кажется, такие продавались в том году, 319 рублей. Здесь же на стенде свечи-столбики, цена 80 рублей. Парафин, представленный в белом и красном цвете. Бокалы для вина в темно-красной расцветке, 289,90. Ферреро Роше. И снова от нас скрывают цену. Стаканы в такой же расцветке, что и бокалы. 240 рублей. Объем 310 мл. Почему мне кажется, что покрытие сотрется? Мишки напоминают метуюшек. С сердечком в руках. Есть только один цвет, цена 549 рублей. Небольшие и получаются недешевые. 70 рублей. Воздушный фольгированный шар. В форме сердца. Либо мишка с сердцем. Ой, ну какой милашка этот зайка. Внутри есть шарики мягкие, цена 239 рублей. Очень дорого, он по размеру небольшого брелочка. Есть еще хомяк, здесь что-то вроде тигра. Хорошенькие, но очень дорого. И жалко, что это не валентинки, а этикетка. Самые большие игрушки мишек, которые я здесь встретила, белый и коричневый за 669. 978 рублей. В горшках продают орхидеи, причем они отличаются и цветочками, и цветом. Их много. Стакан высокий, 240 рублей. Объем 330 миллилитров. Маленькие свечи-столбики, цена 56 рублей. Бокалы для шампанского, 270, а вот и цена на Ferrero. Полотенце велюровое с декором, размер 38 на 63 сантиметра, перемотано веревкой. 160 рублей, на выбор два варианта. Прихватка квадратной формы, цена 86 рублей. С таким же дизайном есть прихватки-варежки, 160 рублей. И полотенце за 200 рублей. Лопаточка просто очаровательная, приятное покрытие. Бантик, естественно, можно убрать, 250 рублей. Салфетка с сердечками. Размер 30 на 28 сантиметров, тонкая, но они стоят недорого, 40 рублей. Также есть вот такие розовые полосатые с глазками. И самый красивый вариант, на мой взгляд, вот этот. Термокружка в бело-красной расцветке с сердечками, объем 400 миллилитров, 500 рублей. Сверху легко открывается, и это у нас нержавеющая сталь, не пластик. А вот рядом уже пластиковые легкие стаканчики, объем указан 550 миллилитров, цена 94. Кружки с животными, 229,90,
330 мл, есть с бульдожкой, красная с двумя котиками, вот с такой парой. Рядом не менее романтичные кружки. С одной стороны рисунок, изображена пара, фарфор, 330 мл, 180 рублей. Рисунки в ассортименте. Прозрачные кружки за 170 рублей, тоже с изображением парочки. 320 мл, стаканы по 80 рублей с такими же изображениями, низкие и высокие. Подбираемся к стенду с подушками. Подушки в форме губ, в пайетках. Красно-золотистые 424 рубля и серебряные с фиолетовым. Подушка в форме сердца. С одной стороны оно как будто в цветах, с другой стороны просто мягкое за 400. Еще одно красное сердце 430 рублей, мягкое, одинаковое с двух сторон, в красном и белом цвете. Смешной зайчик, вместо румянца у него сердечки и еще есть сердце на костюмчике. 1200 рублей. Голубом и сиреневом. Я так понимаю, что это тоже сердце, хоть и не явно видно. Подушка антистресс 690 рублей, улыбающаяся. Жестяная баночка для хранения размером 158 на 128 мм. Со скидкой баночки за 264 рубля и за 325 с таким же рисунком, но круглой формы. Растяжка с сердцами 290 рублей. Можно украсить стену, дверь. Чуть больше 2 метров. Набор гирлянд из сердечек 7 штук за 290 рублей. Всего получается 42 сердца. Здесь они цветные в наборе, но есть и чисто красные. То вообще за 7 штук цена отличная получается. Посмотрим, что есть ниже. Это похожая гирлянда, только крупнее за 290 и бумажные за 130. Набор шариков 95 рублей. Некоторые однотонные, а на некоторых есть рисунок. Шар-гигант 105 рублей, видимо, он будет нереально большим. Фольгированный шар сердца, цена 90 рублей. По идее, внутри должна быть специальная палочка, чтобы их можно было надуть. Есть в розовом, красном цвете и золотом. Набор наклеек 45 рублей, 12 сердец разного размера и цвета. Вот такой набор наклеек 70 рублей, и они с 3D эффектом. 139,95, брелок антистресс, сердечко с изображением роз. Еще один брелочек. Ой, а кажется, это совушка. Не ассоциируется у меня с этим праздником. 160 рублей в 3 цветах. Сердце антистресс 7 сантиметров, жесткое, цена 69 рублей, только в красном цвете. Здесь еще одни сердечки с пайетками с надписью Love, 110 рублей. Пайетки с одной стороны, с другой они мягкие. Есть сердца в черном цвете, красном и розовые. Обнаружила кодовый замок для чемодана, тоже в форме сердца. Правда, этот уже кто-то распаковал, а так они в упаковке за 140. Простенькие брелочки-сердечки, цена 100 рублей. Красные, розовые, поярче есть. Шары сердца 100 рублей, 5 штук. Посмотрим на праздничные пакеты. Цены неплохие. 66 рублей, вот такой большой. Поменьше за 44. Милые глянцевые зайки за 78. Этот за 100 рублей. Деньги отдадите за блеск. Здесь аппетитная картинка 75. Пакет для тебя за 75. Носочки за 90. 60% хлопка в белом цвете и красные с сердечками. Первый раз встречаю самонадувающийся шар. Цена 50 рублей. Вот в таких маленьких пакетиках разных цветов. Наверное, шары и будут таких расцветок. Как вам вот такие праздничные конвертики? Всего лишь 10 рублей. Хлопушка с сердечки. Цена 200 рублей. Скорее всего, будут выпадать сердца красные и розовые. Вот такие мешочки за 43 рубля затягиваются. Есть в красном и зеленом цвете. Не обязательно использовать для этого праздника, для любого. Мягкий плед, конечно, из полиэстера, с сердцами красными и розовыми. 1000 рублей, размер 140 на 200. И последнее, что я вам покажу, это подушки за 600 и 500 рублей. Благодарю за просмотр, поддержите мой труд лайком, комментарием. Вам желаю всем хороших покупок, до скорых встреч, пока-пока!